Сауков проявил эту любовь к хоккею, потому то, что тогда раньше ты же не думал то, что вот ты выйдешь там, допустим, вот всех победишь. Ты думал то, что как бы мне вот начать делать свои первые шаги, как бы что мне дальше делать. И он всегда помогал тебе, брал тебя за руку и вел дальше вот этот вот путь проходить. Воспитанник хоккейного клуба «Чайка» Захар Шулдан сдерживает эмоции, вспоминая своего тренера Андрея Саукова на турнире в его честь. Год назад не стало мастера своего дела. Он умер внезапно, когда вместе с командой ехал на очередной матч первенства области. Вспоминают о своем тренере и молодые хоккеисты, которые 5 лет назад тоже сражались на ледовых аренах Самары за престижные трофеи. Максим Кубельский говорит, для Андрея Саукова каждый матч был решающим. Поражение и победу он принимал близко к сердцу. Он был очень близок как бы, к команде, то есть понимающим такой, как можно сказать, даже друг для хоккеистов. Вот, умел очень хорошо замотивировать перед игрой и правильные слова подобрать. Тренер Андрей Сауков хоккеем увлекся еще когда учился в школе. Окончив педагогический институт, пришел работать детским тренером в хоккейный клуб «Чайка». Судьба отмерила ему чуть больше 15 лет на этом сложном пути. Но и за это время на его счету несколько сотен побед. Некоторые его воспитанники стали профессионалами, рассказывают его коллеги. Советовали друг другу, да. Бывали какие-то вопросы, там, он мне помогал по там. Ну, нашу внутреннюю кухню, да, там по каким-то хоккейным вопросам я ему помогал. Ну, в общем, такие были довольно-таки взаимовыгодные, да, отношения во всех смыслах. То есть и дружили, и на работе нам это помогало. В память о его достижениях руководство клуба и родительский комитет совместно с Федерацией хоккея «Самара» решили провести мемориал Андрея Саукова. К сожалению, погодные условия не дали возможности провести его на «Чайке». То есть слишком рано растаял лед. Идея была более глобальная турнира. С приглашением других команд, скорее всего, это более расширенный формат. Первый мемориал Саукова прошел в мини-формате. Две товарищеские встречи между воспитанниками хоккейного клуба «Чайка» были сыграны не на результат, хотя счет и учитывался, а на мастерство, в память о хоккейном маэстро. И в дальнейшем это будет девизом этих соревнований. На следующий год мы думаем расширить этот турнир. И какой формат это будет, пока неизвестно. Но думаем, что, может быть, привлечем и наших ветеранов к этому турниру. И более молодых мы это сделаем на открытой площадке. Не будем привязываться ко времени. Именно на родном стадионе Андрея Александровича. Хоккейный клуб «Чайка» совместно с Федерацией хоккея «Самары» в память о детском тренере Андрее Саукове планирует ежегодно проводить турнир-мемориал. Зимой на открытой хоккейной коробке стадиона «Чайка», где тренировал подростков спортивный маэстро. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.